Учу друга играть в танки онлайн. Сегодня я буду Веталю рассказывать, как зарабатывать контейнеры в танках онлайн. Подойди ко мне, я хочу проехать в дырку, а меня не пускают. Я тебя вижу, нет, тут не проехать. И смотри, я вот только что набил 100 звезд. Всем привет, друзья, с вами BigTanX, и сегодня я записываю вторую часть рубрики «Учу друга играть в танки онлайн». Сегодня я буду Веталю рассказывать, как зарабатывать контейнеры в танках онлайн. У нас проходит ивент. Кстати, если вы не видели первую часть, то можете посмотреть на каналчике или ссылочку в описании найти, перейти и тоже чекнуть первую часть этой рубрики. Так, Веталь, привет, кстати, поздоровайся, помаши башнями. Привет, я машу вам башнями. Это спецэффекты огненные. Вот, Веталь поздоровался. Короче, ребят, мы будем сегодня зарабатывать контейнеры. У нас звездная неделя. И, ой-ой-ой, зажигалка какая, Веталь, смотри. Набиваем звезды. Да, я рассказал, я уже чуть-чуть вкратце Веталю, как зарабатывать звезды. Он, кстати, уже краску взял вот только что. И мы заработали немножко звездочек. Я заработал 3, у Веталя сколько? Сколько у тебя, Веталь? У меня 5. А, 5, ты несколько каток уже сыграл. И у него 5 звездочек есть. Ты еще осталось тебе 20 заработать. И ты заберешь один контейнер. А один контейнер — это круто. Вот, так, я сейчас хотел зайти в гараж, взять краску праздничную, она, кстати, очень даже красивая. Вот, как вообще успехи? Ну, ты после первого нашего урока... А, не, ну, смотрю, ты башни нифига себе тут рассекаешь. И, кстати, многие в комментарии писали, что Веталь уже умеет играть, Веталь вообще-то уже давно играл. Ребят, вы, наверное, перепутали Веталя, это не тот, который, помните, Виталька был, паренек, мы с ним танки записывали. Нет, это не Виталька, Веталь — это который... Веталь! С моего города, вот. И многие Веталь просто... Белорус, ребята. Белорусь, Веталь Белорус. Вот. Я мистер Картошкин. Да, и короче, не путайте, пацаны, а то вы там что-то подумали, что это Веталь, который уже играл в танки. Не-не-не, имена, да, похожие, но нет. Вот. Лёш, и короче... Да, что там, ты где сейчас? Подойди ко мне, я хочу проехать в дырку, а меня не пускают. Я тебя вижу, нет, тут не проехать. Веталь, Веталь, тебя бьют! Меня жгут. Ты пытался Подожди. Проехать в дырку, в которую невозможно въехать. Алло. Я хочу в дырку. Это никак, к сожалению, там. В эту дырку никак не пройдешь. Давай, короче, это. Кстати, ребят, если наберем 1500 лайков, то Веталь за пару дней... Ой, я нашел дырку еще одну, смотри, вон. Ой, Лех. Впервые увидел. Блин, прикольно. Вот, если наберем, то... Ребята, мы с Веталем запишем ролик, Веталь заработает звезды, ну и откроет контейнер за звезды, за 25, за сколько там, за 25, за 50 и за 100 звезд по одному контейнеру дают, и он может заработать, и в принципе откроет в ролике в следующем. Поэтому, если вам интересно, ребят, да, если вам интересно, будет Веталь попотеть, поиграть для него, для меня это изи, ну типа набить, я уже на своем втором аккаунте как-ну-как набил звездочки, вот в конце открою, для вам покажу. Вот, а вот Веталь, он как бы, ну, он играет, блин, он неделю, он только, какие недели, блин, он 3 дня знает, что такое танки онлайн, ну, играет в них, вот, и для него как бы сложно набивать вот так, да, играть пока что сложно, поэтому он учится, и для него 25 звезд, даже один контейнер, это будет уже круто, вот, поэтому, Веталь, ты сможешь, как думаешь? Ох, я буду стараться. Я Давай. Буду стараться. Да, я в тебя буду верить. Вот, ой, будем с тобой вместе поигрывать, короче. У меня есть оверка, и сейчас у меня... А ты где? Я высоко-высоко. Давай, ты, кстати, на четвертом месте. Тебе нужно взять третье или четвертое, чтобы получить 2 звезды. Он, кстати, без бустера, это звезды? Сложно. Да, у меня есть оверка. У меня оверка есть. Да? Ты где? Я... Ой, как больно сейчас прилетело. А я тебя вижу, стой, иди ко мне, едь. Лёш, они сильные, мне очень больно. А тебя убили, да? Да. Блин, ты где сейчас? О, нифига себе. Они такие, меня так больно ударили. У нас на базе вверху сидит крыса, смотри, вверху на этой, блин, платформе. Справа, справа. А, петух этот, сейчас я его скину с забора. Давай, давай. Блин. Сейчас я отъеду и заберу у него котлету. Смотри. Тых. А ты где котлета? Да. Тых.
Мне тут какие-то два филетов на меня напали. Они, походу, меня знают или что они. А что они ко мне пристают, Лёш? Они тебя уничтожают, испепеляют. Так блин, нужно срочно пойти завалить чувака. Так я его валю. А ты где? Иди сюда ко мне. А, убил, да? Вот это я внизу. Я вот. А ты где? Я его прям. Вот, я иду прямо на себя. А, вот, дай его верку сейчас. О, вот тебя узнал подписчик вон, видишь? Давай нажимай. Да? Виталич, овер. Оу! Танки начал играть. Стали все узнавать. О, песня номер два. Это для нас, короче, певец, пацаны. Вот. Песня певец. Ой, прости. О, что это такое? Давай, короче, тебя не ветрено, надо было тебе сделать певец. Вот реально. Сова пивуля. Так, оверка тут есть? Блин, ой, что они делают? Они делают мне больно, Лёш. У тебя есть оверка? Оверка у тебя есть? Оверка? Не, нету. А, плохо. Big Tanks, мы видео снимаете. Да, мы снимаем видео. Евро, тебе привет, кстати. Так, Ветер, давай, ты давай не расслабляйся. Ты, кстати, на третьем месте. Я знаю, да, я... Видно, что я потею. Я напрягся. Ветер, у меня оверка есть. Давай ко мне. На центр выезжай, на центр, самый центр, знаешь где? Евро мне прям помогает. Он дал оверку тебе? Нет, он просто прям стал перед ними, чтобы они в меня не попадали. О, у нас паренек звонку получил, только что я увидел. Да, вот он. Парень звонку получил. А мы тут катаемся, мы поднимаемся куда-то высоко на горку и... Окей, ну я тогда оверку сам себе пронарил, потому что... Окей. Потому что я тут один воюю против толпы. Я далеко от тебя. На меня большой мамонт нападал, и я решил отбиться. Давай, Ветер, тащи, просто всех растаскивай. Как батя, тут чуваки играют, у которых основы есть. Ну, основные аккаунты, у тебя никакого, ты вообще на третьем месте, вообще красава. Давай, выйди на второе, просто вообще на будет второе? Респект. Ты хочешь, чтобы я это сделал, да? Да, если ты это сделаешь, то ребята вообще, я думаю, будут тебя поддерживать. Ребята, поддержите, кстати, Веталя в его начинании, чтобы, ну, ему игруха нравится, и чтобы он классно точил, чтобы у него был интерес, поддерживайте его. Лайкосики можете нажимать, он, кстати, комментарии читает. Да, я читаю, да. Хотя, ребят, очень приятно, Рил, я думал, будет... будет... Да, я думал, что... Да, Ветер рассказывал, что вы, типа, будете критиковать, он думал его, что вот, плохо играешь, но, блин, все так писали, типа, Ветер, давай, красава, ну, в принципе, да. Правильно, ты спасибо, только очень пришел приятно, в танки. Очень приятно, Рил. Да, и ты только пришел в танки, тебе, наоборот, вот нужно поддержать. Прям пустил мужскую скупую, честно я скажу. Так, ой-ой-ой, мне хана. Мне хана... А, фух. Я жив. Живи. Я жив. Блин, молодец. Этот чувак с оверкой. Смотри, вот чувак играет, у него звание больше, чем у тебя. Он играет с оверкой всю битву. Всю битву ни разу не занарил. Ты же играешь несколько дней, и ты наришь оверку налево-направо, всем раздаешь, шаришь, как играть. Как так? Может, потому что это у тебя учитель крутой? Может, потому что я просто умный. И ты умный. О, 3 звезды. Ты 2 звезды заработал. Отлично, у меня уже 6. Я почти. Слушай, я тоже буду зарабатывать. А прикинь, миллион кристаллов выпадет на этом аккаунте. Вот просто представь ситуацию, у тебя падает миллион на аккаунте. Что покупать? Короче, ребят, такой ролик получился. Если он вам понравился, ставьте свои лайкосы, подписывайтесь на канал. Через несколько дней, если наберется 1500 лайков, мы запишем видос, откроем контейнер, который заработаем с этой звездной недели. Вот, напишите, сколько вы заработали звездочек. И смотри, я вот только что набил 100 звезд, и мне вот окошко вылезло. Поздравляем, ты получаешь приз за заработанные звезды. Я выполнил, вот, в общем-то, за сегодня набил 104 звезды, ну, там, за 3 часа. Вот, и у меня есть 3 контейнера, я их прямо сейчас открою. На том аккаунте, я не знаю, ребят, напишите, есть ли смысл открывать на аккаунте, который мы создали вот с Веталем. Вот, если захотите, если наберем 1500 лайков, то мы посидим, понабиваем. Ну, короче, мне выпала фигня, мне батарейки выпали, нарки там какой-то, ну, короче, такой себе. С вами был Big Tanks и Веталь, всем удачи, всем пока, друзья. Давайте, до свидули. Короче, Веталю только что рассказал, как зайти в друзья, и он насчитал, короче, 60 заявок в друзья. Вы ему покидали заявки, вот, и, короче, сейчас он будет добавлять. Вы видос на экранчике видите, он мне скинет видос, как он добавлял. О, боже мой, как же вас много. Вот, просто, Лёха, сейчас просто, да, слушай, как я буду клацать. Я сейчас буду добавлять одного человека. Давай, слушаем, как клацает Веталь, друзей добавляет. 1, 2, 3, 4, короче, их очень много, смотри, это я добавляю, смотри. Ты
такие звуки. Класс. Осталось три, подожди. Давай. Сколько добавило человек уже? Все, у меня, короче, друзей... Что-то такое... У них... 50... 60... Ребят, как же вас много, боже мой. Будешь, короче, с подписчиками играть. Меня еще сегодня узнали в катке, я... Ничего себе, круто. Это трогательно. Пустил просто мужскую скупую, знаешь. Это так мило было. Ой, Веталь, привет, я такой... Уже не знают. А, я в видосе с Лёхой был, боже мой, это популярность.